Германии не стоит повышать расходы на оборону, вопреки требованиям НАТО. Так считает кандидат на пост немецкого канцлера Мартин Шульц. Сегодня лидер социал-демократов представил свою предвыборную программу. Избирателям он обещает решить проблемы беженцев и способствовать укреплению Евросоюза. Наш долг инвестировать в образование, а также в улицы и мосты, чтобы поезд прибыл вовремя, и мы не стояли в пробке, чтобы мы могли идти в ногу со временем во время цифровых преобразований. Поэтому мы будем разрабатывать технологии, а также бороться с безработицей. Напомню, выборы в Бундестаг, по результатам которых будет назван новый глава правительства, состоятся 24 сентября. Именно Мартин Шульц, главный конкурент Ангелы Меркель. По последним опросам, за Меркель готовы проголосовать около 40% избирателей, за Шульца 33%.